Детские площадки в Ленинске – это и летний лагерь, и кружок по интересам, и одна большая дружная дворовая команда. Друзья по площадке еще и соседи. С маленькими отдыхающими работают старшеклассники, подготовленные вожатые. В течение всего года они проходили специальную педагогическую и творческую практику, чтобы летом удивить школьников. С началом своего пути, когда они пришли в социальный центр молодежи и только начинали проходить школу подготовки вожатых, они уже даже новички принимали в конкурсе городском «Я вожатый». И поэтому, конечно, мне кажется, у них опыт уже был, потому что они в этом конкурсе также работали с детьми, и они вышли уже сюда более с уверенностью. Всего второй день отдыха, а на детской площадке в районе Лапшиновки девчонки и мальчишки уже успели познакомиться с ребятами из соседнего двора, разучить массу подвижных игр, в которые могут с успехом играть и вечером, уже без вожатых. Были маленькие-маленькие трудности, что как-то отряд не сплоченный еще, но каждый вот вчера было как бы еще тяжеловато, но сегодня пришли уже, они все познакомились, все сплотились и уже... Вижу полноценный отряд. Мне кажется, такое счастье уметь находить подход к каждому ребенку. Я вот часто смотрю на объявление, читаю, да, и предупредила девочек, что будет собрание в 6 часов. Попросила свою маму, она пришла, заполнила, и теперь я хожу в лагерь. Мне в этом лагере очень нравится. Много друзей шли из других площадок, из наших площадок. Раньше мы так не общались, а в том году тоже был лагерь. Но это как бы лучше сейчас, в этом году лучше. Когда вот получаешь, рисуешь, играешь с другими, вот как бы игра есть такая, сантики-фантики. Мы играем в нее, нам интересно, там очень, они, как бы она и для ума, и так можно играть тоже. Впереди еще целый месяц. Помимо спортивных игр, песен и танцев, ребят ждут и занимательные интеллектуальные встречи и экскурсии по родному городу. Также у нас организованы для них экскурсии. Это террариум, они уже пойдут на этой недельке. На следующей недельке у них организован музей шахтерской славы и библиотека, центральная библиотека в городе. У них там тоже будут мероприятия около часа. Ну и, конечно же, некоторые у нас площадки рвутся в кино. Безусловно, мы их сводим. Я думаю, что это будет ярко и незабываемо. Они уже все сейчас счастливы и рады. В каждом микрорайоне города есть свой импровизированный детский лагерь. Всего в Ленинске-Кузнецком организовано 12 дворовых площадок. Каждое утро ребята ровно в 10:00 встречаются в своем дворе и полдня проводят вместе. А цель у всех одна – сделать школьные каникулы веселыми, полезными и интересными.